К другим новостям. Оплата идет, КСК не работает. Мусор, заброшенные подвалы, огромная дыра в подъезде. С такими проблемами живут жители одной из многоэтажек по улице Нуркена Абдирова уже 5-й год. Сырость подвала проникает в квартиры, где стали появляться тараканы и мошки. Возмущенные карагандинцы обратились за помощью в КСК «Атлант». Однако те по сей день кормят одними обещаниями. Не платят ни у мусорку, ничего абсолютно, а мы платим все. Жители проспекта имени Нуркена Абдирова 5-й год не могут привести свой двор в порядок. Подъезд, как и подвал, не видел ремонта уже несколько лет. Огромная дыра появилась в результате ремонта, который проводился еще 4 года назад. Возмущенный народ отмечает, что так жить просто невозможно. Проломили дыру, делали трубы. Уже прошло около 1/2 года, и как бы ничего с этим не делают. Люди жалуются. Надо что-нибудь предпринять. То, что у нас двор загажен, это вы сами видите. Мусорка была на месте, взяли, перенесли на детскую площадку. Каждый привозит гараж, ставит. Никто им никаких претензий не предъявляет. В подвале все загажено. Уже в квартире комары появились. Ну а насчет транспорта, я не знаю, тут надо вопрос решать. Вот магазин, по 20 машин в день подъезжает. Ну что это такое? Ни детей не вывести, ни людям не выйти. Но это не последняя проблема, с которой столкнулись жители. В многоэтажке уже 4-й год протекает крыша, а латать ее никто не собирается. В КСК обращаться бесполезно. Многострадальцы утверждают, что все коммунальные услуги они оплачивают вовремя. Вот только непонятно одно, куда уходят эти деньги. Ежемесячно платим, говорят, что мало. Ну давайте сделайте по 15 тенге тогда, если мало. У них сейчас по 10 тенге, сделайте по 15, ничего страшного уже. А вот работники КСК «Атлант» уверяют, что все работы идут по плану. Ремонт здесь не проводится, потому что жители не платят налоги. Деньги с них собрать очень трудно, продолжает слесарь КСК «Атлант». Наше дело, в подвалах поменены все элеваторы до одного. В этом году мы все заменили. Нет ни одного. То, что там в подвалах сыро, это дело коммунальщиков. У них постоянно забивается канализация. Если мы не будет сыро в подвале, будет все переть через унитазы, понимаете? Вот. Они через день приезжают и прочищают, через день, а то и в день по 2 раза. Сами же руководители КСК «Атлант» какие-либо комментарии давать отказались. Не хочу я, знаете, даже не снимайте. Вот, не снимайте. Да скажи уж. Не хочу, не хочу. До того обидно. Не хочу, не хочу. Я сейчас расплачу, не хочу даже, не хочу. Столько сделано, и вот не хочу, не буду. Я не буду говорить.